спортивно-оздоровительном лагере «Альпийский» завершились 6-е всероссийские соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова. Традиционный турнир в этом году собрал более 300 спортсменов из регионов Сибири и Урала, а также Казахстана. Первые 3 дня соревнований спортсмены состязались в гонке свободным стилем с раздельным стартом и индивидуальном спринте классическим ходом. В конце 3-го дня соревнований в Доме культуры села Октябрьская наградили победителей и призеров прошедших стартов. В гонке свободным стилем в разных возрастных категориях чемпионами стали спортсмены из Томской и Новосибирской области. Среди амичей на пьедестал почета взошли Дмитрий Ермолович, Алина Иванова и Арина Орешкина. Готовилась. Тренер как бы хотел, чтобы я показала высокие результаты, и мы старались работать. Омская область представлена максимально на этих соревнованиях, то есть все районы, все спортивные учреждения, которые занимаются лыжным спортом, лыжными гонками, прислали сюда своих делегатов. Вот многие из них зашли сегодня на пьедестал, это нас тоже сегодня радует. В индивидуальном спринте классическим ходом победителями стали воспитанники Омской и Новосибирской школы, а также представитель Кемеровской области Никита Рябиковых. На спринте было, конечно, тяжело, на первой гонке было легче, потому что коньком. Ну, я горжусь своей победой, то, что я сюда первый раз приехал и пытался, трудился и победил. В заключительный день состоялись самые зрелищные гонки с масс-стартом. Стартовали юные спортсмены группами в соответствии с возрастными категориями. Лыжная трасса, признанная одной из лучших в Омской области, частично проходит по березовому лесу, включает в себя подъемы и спуски. Здесь же за спортсменов болели тренеры и родственники. Вместе с ними за соревнованиями наблюдал и Владимир Долганов. Данил, давай! Давай, Данил! Есть подъемы, есть равнинка, ну то есть дистанция укороченная. То есть для так, чтобы чисто функционально, чтобы не было перегрузки, ну и в то же время скорость была, чтобы им интересно было. Лучшими в гонке с масс-стартом стали Никита Рябиковых, Кемерово, Кирилл Мальцев из Томска, Алина Баркова и Егор Седогин из Новосибирска, а также амички Арина Орешкина и Алина Худорожкова. Неожиданно, что первое, потому что я думала, как начала второй, и думала, закончу второй, но закончила первой, но... Вроде бы нормально, самочувствие, еще силы остались. Могла еще выложиться. Гонка вообще круто. И лично я доволен. Что крутого, что понравилось? Соперники именно самые, которые не сдавали, прям до конца боролись. Для юных спортсменов соревнования в альпийской деревне – это не только возможность испытать себя на взрослой лыжной трассе. Здесь традиционно участники из разных регионов заводят новые знакомства и заряжаются позитивом на долгое время.